Привет, дорогие друзья! Конечно же, многих из вас интересует вопрос по поводу того, что я написал в Телеграм. Да, это чистая правда. И на самом деле спецслужбы, силовики Испании уже владеют этой информацией. Ну и работают, а как они работают, это уже их личное дело. И я туда вмешиваться не планирую. Когда можно будет, поверьте, я вам расскажу буквально все. Это не первая попытка, конечно же. Я не такой любитель рассказывать об этих всех попытках, как Владимир Зеленский. Не буду говорить, что мне поплевать там и так далее. Но тем не менее я продолжаю. И эти попытки делают меня все злее. Ну а теперь переходим, собственно, к тем, кто... В общем, украинская власть ведет себя очень предсказуемо. С ними можно играть в бинго. На самом деле, если они заявляют о блокировке Telegram, рассказывая о том, что Дуров с ними не сотрудничает, но после реакции они оправдываются, что вопрос такой на самом деле даже не стоял. Хреново то, что попытки перекрыть свои провалы пиаром, это то, кстати, с чего я начал, тупейшим пиаром, иногда заканчиваются чьими-то смертями. И я имею в виду отнюдь не тех, на кого покушаются, а тех, к примеру, как бойцов ССО, которых отправляют для того же, к дню рождения Малюка, да, отправляют высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Стороны озвучивают разные обстоятельства гибели, но мы можем себе представить, что, скорее всего, они отправились сюда, ну не захватывать же они эту косу отправились, установить флажок, да. То есть за флажок погубили этих специалистов, да и просто живых людей. А, ну окей. Как там на этом самом, в Крынках, что там, с флагами. Десант на косе, конечно же, можно рассматривать в рамках стратегии деоккупации Крыма. Ну, они же на самом деле не скажут, мы их отправили туда воткнуть флажок, и поэтому они все погибли. Нет, это концепция по деоккупации Крыма. А еще они смеялись над россиянами, я помню, когда те устанавливали оборонные сооружения, и они типа, посмотрите, что они делают. Нет, россияне знали, что это возможно. Я об этом говорил, что могут, где могут попытаться захватить, и там городская застройка позволяет потом долгое время удерживать. Эффекта ноль. Чисто пиар-эффект. Но тем не менее, я даже озвучу, это Ялта. Ялта. И если бы они что-то такое замышляли, то они бы это сделали в Ялте. И потом захватили бы там застройку, да, держали бы время. Это чисто большой пиар. Ну, а потом бы, конечно, сдались в плен или погибли бы. Скорее всего, они будут переключать сейчас внимание на Крым. Когда я говорю «они», это понятно, что властители Украины, которым надо срочно переключить хоть на что-то внимание. Ну, или кокнуть кого-то за границей, или, к примеру, рассказать про Крым. В последнее время вышла масса статей о том, как себя чувствуют люди, которые уехали из Крыма. То есть это украинцы, крымские татары, Зеленский, который сейчас не может похвастаться тактическими успехами, записал обращение и говорил, что мы можем завершить войну на своих условиях, только надо бороться ради победы. По такому случаю, по случаю того, что может все-таки завершиться все победой, дал интервью и молчавший как-то, ну его во всяком случае не было долгое время видно, глава Межлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, он поделился своим видением будущего Крыма. Ну, конечно, он рассказал о преследованиях крымских татар, о нарушениях прав человека, о том 7-5-10. Рассказал он об арестованном Наримане Джелялове, которого Зеленский пытался освободить с помощью международного сообщества, и он даже Путину через Эрдогана пытался какой-то список передавать. Но вот что касается будущего Крыма, то есть почему оживляется тот же Чубаров? Вы помните, недавно было заявление этого, как его, Джемилева. И Джемилев там тоже говорил, мол, типа, опасайтесь массовых скоплений, ну, типа, с тем намеком, что сейчас будут лупить по Крыму, по мосту. Эти же заявления делают украинские отдельные силовики. Обратили внимание, да? Но что Чубаров, интересно, рассказывает относительно того, что будет в Крыму, собственно. Он рассказывает о том, что необходимо изменить не только законы, но и конституцию, в которой закреплен автономный статус. Россияне хотят быть в Крыму на первом месте. Мы же после освобождения Крыма хотим уравнивания в правах всех наций. В то же время крымско-татарскому народу нужно сберечься и развиваться. В конституции должно быть указано, что источником особого статуса крымской автономии является право крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине.
Никто не должен решать судьбу Крыма без крымских татар, как случилось в 2014 году. Он объясняет, что сама по себе автономия не несет угрозы сепаратизма. Это не дорога к сепаратизму, и никто не намерен нарушать территориальную целостность страны. Да, есть те, кому не нравится это слово, кто предлагает вообще ликвидировать автономный статус. И такие даже есть, вы представляете, в офисе президента Украины. Потому что Михаил Подоляк, к примеру, заявлял следующее. Получив автономию, мы подсознательно считаем себя в чем-то лучшими, чем другие регионы. Для унитарного государства автономия – это небезопасный путь. Это путь в конфликтность на региональном уровне. Ему надо об этом рассказать обязательно в Испании, потому что там 17 регионов автономных и такие все угрожающие. Недавно так и не попившего кофе в Крыму Подоляка пристыдил Джемилев. Он напомнил, что вот на Донбассе никакой автономии не было, а это ничего не остановило. А как вы планируете защитить права крымских татар как коренного народа, если отказываете им в главном праве? Чубаров даже видел некие соцопросы, в которых более 50% украинцев понимают необходимость сохранения автономии в Крыму на основе реализации там прав крымско-татарского народа. Там будет переходной период после освобождения. 5 лет, никаких выборов, будут там специальные администрации, потому что надо вычистить всю грязь, которую туда нанесла Российская Федерация. Надо все это чистить в отношении тех, кто там проживают там россияне, так пусть едут туда, откуда приехали, понимаешь. Россияне в Крыму сейчас считают себя победителями, но это на самом деле колониальное мышление. Мир это уже проходил, когда на многих землях происходила деколонизация. Для многих это было болезненно, но, например, сотни тысяч французов покидали Алжир, а британцы выезжали из Индии, и россияне пусть живут на своей земле, а не на оккупированной. Ой, молодец, как хорошо. Жахнул по союзникам, но при этом как бы подмахнул глобальному югу. Это хорошо, потому что можно так и начать уже голодомор сравнивать там, с, к примеру, с действиями Бельгии в Конго. Как вы можете вспомнить, в 2021 году Зеленский подписал инициированный им закон о коренных народах. Список этих народов, правда, ограничивался тремя этническими группами. Татары, караимы и крымчаки. Почему-то все три эти этнические группы проживают исключительно в Крыму. При всем уважении, конечно же, к двум группам из этих, их просто очень маловато. Ну, их всего 2000 на всем Крымском полуострове. Многие украинцы, к примеру, могли узнать об их существовании как раз благодаря этому закону. Зато этот закон Зеленского не предусматривает никаких там, особых прав для евреев, к примеру. Для жителей стран ЕС, которые на самом деле никогда не жили в странах ЕС, это на самые настоящие украинские там, венгры, поляки, им ничего. В Москве возмутились тем, что отсутствуют там русские. Путин сказал с Ангелой Меркель об этом в разговоре. Недовольным в МИДе отвечали, что коренные народы, согласно международному праву, это те, что не имеют своего государства. А как же цыгане? Гагаузы? Что там на этот счет? Ничего. Знаете, даже слуга народа Семинский злопыхал, что теперь благодаря этому закону русские, как некоренной народ, не смогут в полной мере владеть всеми правами человека. В отличие от украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков. Потом он свой статус удалил. Ну, во-первых, на него могли топнуть, а во-вторых, он мог для себя открыть и, конечно, удивиться, что украинцы тоже не в этом законе. Многие полагали, что принятие этого закона должно было стимулировать партизанскую войну. Но партизанской войны не случилось. Ну там регулярно оттуда приходят видео, где там кто-то флажок Украины воткнет в песок, сфотографирует там. Иногда даже докладывают о передвижениях техники. Такое есть, да. Но партизанской войны не случилось. Никто не нападает на военные базы. Более того, есть случаи участия татар в СВО, так называемом, против Украины. Украинские официальные лица подтверждают, что татарам раздали сотни повесток. При этом Чубаров утверждает, что с момента начала мобилизации с полуострова бежало 50 тысяч крымских татар. Возможно, конечно же, это форма протеста, но явно не на такую форму протеста рассчитывали в Киеве. И вообще крайне удивительно видеть мужчин, достаточно сильных и мощных, крымских татар, которые, ну, там, находятся, к примеру, в Европе, сбежали.
потому что они могут находиться в Украине, их никто там обижать, конечно же, не будет. Или могут пойти все-таки и как-то там пытаться вернуть полуостров. Но нет, ожидают, пока это сделает ВСУ. Но как только появляется хоть 0,5% какой-то вероятности, моментально появляются руководители Меджлиса. Как только появляется там дальнобойное оружие, дроны какие-то, начинают топить корабли, моментально появляются эти ребята. И вот крымские татары начинают намекать Зеленскому, что за базар пора отвечать. Причем, что Чубаров ссылается на какие-то опросы. Короче, сами украинцы хотят, чтобы главными на Крымском полуострове были крымские татары. Обратимся к данным переписи населения. В 2001-м, последний раз, когда проводилась всеукраинская перепись, русские составляли в Крыму 58,5% населения. Украинцы 24,4%, татары 12,1%. В селах доля татар была выше среднего, россиян выше средней в городах. То есть на одного татарина приходилось 2 украинца. По последней переписи 21-го, которую проводили уже русские, украинцев осталось 8%, а татар, несмотря на миграцию, стало больше прежнего 14,1%. Как вообще это себе видят? Ну, я полагаю, что украинцев там намного больше, просто не все желают озвучивать в ходе переписи свою национальность. Там же не то, что там хватают тебя и проверяют. Да, ты сам озвучиваешь. Я думаю, что очень многие не хотят этого делать. Но как быть с теми русскими, которые там жили задолго до 2014 года? Что с ними делать? Или они там останутся, но им будет запрещено учить русский язык. Как на всей остальной территории Украины. Снесут все памятники поэтам, потому что у нас официально нет никакого юридического русского меньшинства. И ЕС не возражает. Я хотел бы напомнить, что там происходило до 2014 года. Аккуратно намекнуть на то, что вот когда некоторые говорят, да, даже там из офиса президента, что типа не надо так, ну типа это давайте как раньше было, да. Так может имеют рацию. Потому что до 2014 года, к примеру, Яценюк говорил не то, что он говорил после 2014 года. Это после 2014 года он начал обещать наказывать виновных в преступлениях против крымских татар. Но в 2012 он отказывался признать, что татары чем-то лучше остальных народов. И призывал наказывать их и ставить на место. Жорсткие постановки на месте ситуации в Крыму. А то в противном случае там, представляете, что может развиться? Терроризм. И СБУ... сотрудникам, которые не вступили туда, вот только-только вот приехав из сел, сдав там свинью на мясо и получив деньги для того, чтобы дать взятку кому-то и там начать служить, да. А те, которые вот бывшие, они помнят отлично, что происходило до 2014 года. И что с Хизбут-Тахрир происходило, и с другими интересными организациями, какие выходили новости на центральных каналах, и насколько все было тревожно. По некоторым организациям происходили серьезные НСРД, некоторых задерживали, да, но это, об этом не принято вспоминать. Тогда говорили, тот же Джемилев говорил, что Хизбут-Тахрир, ого, там типа, ну такое себе, да. А потом все, видите, как резко изменилось. Сейчас это все выглядит как, типа, возможность просто заполнить эфир, да, но, возможно, это часть плана по дерусификации Крыма, в которую входят топонимы заменить на исторические, крымско-татарские, помните, да? Уже сейчас тому же Чубарову, который предлагал переименовать Севастополь в Акьяр, приходится оправдываться, что автономизм – это никакой не сепаратизм, а нечто другое. А где гарантия того, что крымские татары вначале благодарные, которые получат вот эти вот полномочия, потом, но это все, конечно, очень гипотетически, потому что, по моему мнению, вопрос о возврате Крыма сейчас не может стоять в принципе. Ну, имею в виду в реальной жизни. В нереальной, конечно, да, мы все хотим этого и все такое, но в реальности я этого не вижу, думаю, как любое разумное существо на планете. Но при этом, гипотетически, если татары получают Крым вот с этим, что требует Чубаров, где гарантии, что они сначала очень сильно благодарны и начнут потом ставить на место не только русских, но и украинцев, которые сами дают им такую возможность, не скажут, слышь ты это, а едь там в Полтаву, короче. А? Зеленский в 2022 году уже предоставил особый статус полякам в Украине. В перспективе это поспособствовало блокировке зерна, к примеру, позорнейшие блокировки зерна. Ну, в общем, эти все заигрывания очень нехорошие. Многим обещали там за службу там какую-то автономию или там еще что-то, свое государство. Вы знаете, британцы в свое время через Лоуренса Аравийского, легендарного, тоже много чего арабам обещали. А потом оказывалось, что это все не ко времени. Пока, дорогие друзья.